Хотите узнать рецепт байкерского счастья? У вас есть шанс, станьте участником грандиозного события международного масштаба. При поддержке правительства Ярославской области с 20 по 22 июля в регионе второй раз пройдет семейный мотофестиваль «Moto Family Days». Рокот моторов, рок-н-ролл, детский смех. Интересно, обещают организаторы, будет и женщинам, и детям мотопуть к семейной любви, так эксперты называют эту байкерскую сходку. Несколько сотен, а может быть и тысяч любителей мотоспорта с 20 июля проедут по историческим местам Золотого кольца. В каждом из городов будет насыщенная культурная программа. В этом году ожидаются участники из-за рубежа. 21 июля в Ярославле пройдет мотопарад и городской праздник. Первый Ярославский по традиции является информационным партнером площадки. Все самое интересное обязательно увидите в нашем эфире. Самый брутальный байкер, когда ты был ребенком, и, возможно, именно в детстве, собственно, у него зарождалась вот эта любовь к мотодвижению, там, к культуре. Вот, поэтому и у многих байкеров есть дети, как бы они наверняка хотят того же для своих детей, чтобы они как-то постепенно пришли к этому. Вот. И очень приятно поэтому видеть, что организаторы уделяют внимание именно мотодвижению даже для детей. То есть там будут представлены секции, какие-то выступления уже молодых этих спортсменов именно байкерской тематики. Очень бы хотела сказать про нашу насыщенную музыкальную программу. В 12 часов дня у нас будет выступление Большого академического хора РГГУ совместно с симфоническим оркестром. Мы будем исполнять мировые хиты рок-легенд. И после этого сразу же будет выступление хедлайнера Ольги Кормухиной и лидера группы «Парк и Горького» Алексея Белова. И затем у нас будет выступление AC/DC. Это официальный трибьют, который приедет специально для нас и выступит на основной сцене фестиваля около КЗЦ «Миллениум».